Здравствуйте! Сейчас я вам покажу, как мы сможем создать форму подписки. Нажимаем «Вход участников». В поле «Идентификатор» вводим наш ID. Далее вводим пароль. И нажимаем «Войти». Далее нажимаем Connect Dashboard. После нажимаем ESUB Form для создания формы подписки. Далее нажимаем Создать индивидуальную форму. После выбираем шаблон формы подписки в нужной нам категории. Нас интересует третья форма подписки. Далее вписываем имя формы подписки. Далее вводим имя и фамилию. Поле имя, e-mail, вот он. Далее ставим галочку напротив названия «Удалить логотип», чтобы была форма подписки без логотипа компании TalkFusion. Выставляем размеры подписной формы. Берем за уголок и подтаскиваем до нужного нам размера. Например, 282 на 360. Вот размер. Изменяем название формы контактных данных с помощью нажатия на карандаш. И прописываем новый заголовок. В данном случае контактная форма. И нажимаем Apply, чтобы подтвердить. В поле имя оставляем тоже. Поле «Электронная почта» также меняем, нажимая на карандаш, и вписываем e-mail. E-mail. И нажимаем «Ок». Далее нажимаем «Сохранить форму». Как результат получаем код нашей подписной формы. Мы его копируем и вставляем в HTML-код на сайт, в котором мы хотим, чтобы эта подписная форма оказалась. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!